Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. 7 лет назад известный артист Филипп Киркоров стал впервые отцом. Сбылась его самая заветная мечта. Сначала появилась дочка, Алла Виктория, а затем сын, Мартин Кристо. Продолжительное время Филипп молчал и скрывал, кто приходится матерью его детям. Журналисты и поклонники ломали голову над этой историей. И вот секрет был раскрыт. В самом начале говорили о том, что деток выносила суррогатная мать из США. Отсюда понесся слух о том, что это могла быть известная актриса. Ведь певец признался, что встретил ту самую женщину, которая должна стать матерью его наследников. Однако из-за суеверия не желает называть ее имя. Шикарный дом Филиппа Киркорова снимали для одной из передач. В ней участвовал сам артист и его детки. Журналисты обнаружили интересный факт того, что дети рисуют полноценную семью. На их картинках всегда есть мама. В итоге выяснилось, что это подруга Филиппа, не публичная бизнес-леди. Наталья Ефремова ради малышей бросила свою карьеру и полностью посвятила себя воспитанию деток. Так как персона никогда не посещает мероприятия, то ее увидеть очень тяжело. Родилась женщина в 1968 году. В Москву она вместе с родителями переехала из Новосибирска. Отец был военным, и это отразилось на выборе будущей профессии Натальи. Она обучалась в Институте военных переводчиков и даже прошла службу в армии. Имеет звание лейтенанта вооруженных сил. После Наталья устроилась в элитный бутик «Престиж» продавцом. На тот момент ей было 30 лет. Благодаря своей целеустремленности женщина через полтора года стала совладелицей бизнеса. На данный момент Наталья Ефремова обладает 2 крупными компаниями. Одна из них занимается одеждой известных брендов, а вторая – авиаперевозками. Наталья уже побывала замужем к тому времени, успела развестись, и у нее имеется подрастающий сын Егор. Филипп просто обожает броские, яркие и красивые наряды. Он часто посещает магазины модной одежды. Как раз в одном из таких магазинов он и познакомился с Натальей. После этого в биографии Ефремовой наступил новый этап. Именно это знакомство стало судьбоносным для обеих сторон. Случилось это около 10 лет назад. После знакомства Филипп и Наталья поддерживали теплые дружеские отношения. Именно ее и захотел видеть Киркоров в качестве матери для своих детей. Филипп просто обожает броские, яркие и красивые наряды. Он часто посещает магазины модной одежды. Как раз в одном из таких магазинов он и познакомился с Натальей. После этого в биографии Ефремовой наступил новый этап. Именно это знакомство стало судьбоносным для обеих сторон. Случилось это около 10 лет назад. После знакомства Филипп и Наталья поддерживали теплые дружеские отношения. Именно ее и захотел видеть Киркоров в качестве матери для своих детей. Утверждать о кровном родстве сложно. Ведь разница в возрасте между детьми всего 7 месяцев. Поэтому, если смотреть с точки зрения физиологии, у детей Киркорова разные матери. Есть версия, что Аллу Викторию родила Ефремова, а Мартина Кристо – Анастасия Стоцкая. Ведь мальчик уж очень сильно похож на старшего сына певицы. С точки зрения психологии Филипп сделал все, чтобы создать полноценную модель семьи. Ефремова занимается развитием детей и справляется со всеми обязанностями матери. Летом в 2018 году вся семья была запечатлена на пляже Болгарии во время отдыха. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.